В парке имени Пушкина станицы Северской прошло торжественно-траурное мероприятие, приуроченное дню ввода войск в Чеченскую республику. Именно 11 декабря началась страшная Первая Чеченская война. Мы сегодня собрались, чтобы преклонить голову перед памятью павших. Этот день для нас символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося уже после Великой Отечественной войны. Наша задача и цель в том, чтобы не забыть о солдате, его верности, воинской присяге, чести и мужестве. В этот день вспомнили солдат, чьи жизни оборвались при защите Отечества. Я сегодня здесь хочу передать слова благодарности от имени родителей погибших воинов. Спасибо вам за память. Спасибо всем, кто делает и создает, сохраняет память от наших погибших сыновьях. Низкий вам поклон. Вечная память погибшим. Память павших воинов почтили минутой молчания. Также люди возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Чеченская война – один из самых серьезных конфликтов 20-го столетия. Всего в обоих чеченских войнах погибло около 3000 человек, еще 9000 получили ранения.